Глава района Адам Джарим встретился с родителями, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга. Участники круглого стола обсудили текущие проблемы, выявили аспекты, которые требуют самого скорого решения. Социальное обслуживание, медицина, а также качество электроснабжения в отдельных поселениях. Друзья, наши встречи становятся традиционными, так они уже давно стали традиционными. Для того, чтобы мы могли пообщаться вот на таким вот круглым столом, есть, видимо, у каждого какие-то вопросы, наболевшие, какие-то проблемы нерешающие или не в полной мере как решаются. Вот. Для этого мы пригласили и специалистов, начальников управления. Значит, все вопросы, которые вас сегодня будут интересовать, не стесняясь, надо вот за этим столом все высказать. Озвученные вопросы были взяты на контроль. В своем обращении глава района напомнил, что 2020 год объявлен годом памяти и славы. И поблагодарил семьи погибших за активное участие в жизни муниципалитета и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.